Всем привет! Меня зовут Нина Борисенко, и я руководитель направления офлайн и работы с вузами в SkyTeach. За полтора года моей работы в Skyeng я дважды меняла свою должность и зону ответственности. И уже сам этот факт говорит о динамичности работы и активном развитии Skyeng. Так почему же я люблю свою работу, горжусь своей компанией и рекомендую ее вам? Во-первых, Skyeng – это компания, которая очень стремительно развивается. А это развитие невозможно без такого же стремительного развития сотрудников. Полтора года в Skyeng стали для меня самыми насыщенными по объему полученных знаний и обретенным навыкам. В Skyeng я подружилась с конверсиями и когортным анализом, MVP и NPS, лид-магнитами и open-рейтом. Здесь я впервые записала свое видеоинтервью. Здесь мне доверили рассказать профессиональному сообществу о нашем уникальном кейсе, как мы нанимаем высококвалифицированные кадры преподавателей, используя методологию массового рекрутинга и инструменты маркетинга. Второй пункт, который я для себя выделяю, это свобода. Но, как говорил Ремарк, свобода – это не безответственность и не жизнь без цели. Поэтому наша свобода осознанная, когда мы берем на себя задачи и сами определяем путь, инструменты, ресурсы для выполнения этой задачи. Но при этом мы берем на себя и ответственность за выполнение результата. И как же круто, когда результат не только оправдывается, но и превосходит наши ожидания. Это то, что драйвит меня и вдохновляет на новые свершения. А в-третьих, я горжусь тем, что мы делаем действительно полезный продукт. Мы делаем образование привлекательным. Мы предлагаем тратить время не только на новостные ленты и сериалы, но и уделять время своему развитию, учиться и открывать новые горизонты. Skyeng это делает для учеников, а мы, SkyTeach, это делаем для преподавателей. Помогаем развиваться в своей профессии, получать знания от лучших на рынке образования, достигать таких результатов с учениками, которыми хочется гордиться. И да, преподаватель, это звучит гордо. Девочки, может мне в третий раз сменить должность и тоже стать преподавателем? И к чему я все это? Ах да, если вы ищете свободу реализации, находитесь в постоянном и активном развитии и самообразовании, стремитесь причинить добро, стремитесь не просто отработать с 9 до 6, а приносить пользу людям, то приходите к нам, вам у нас понравится.